Хотите знать все о письмах счастья от новой полиции в 2018 году? Тогда не переключайтесь. Друзья, с вами Тарас Юрист на моем канале. И в этом видеоролике я хочу сказать, что был принят закон, согласно которого были приняты изменения к Кодексу Украины об административных правонарушениях, целому ряду статей. А именно конкретно в этом законе, он был принят 15 декабря 2017 года были приняты изменения к статье 14 со значком 2. Что до этого было написано в данной статье? До этого данная статья не позволяла составлять постановление об административном правонарушении на основании просто фотофиксации либо видеофиксации. Для этого надо было что сделать сотрудникам полиции? Им надо было оборудовать дороги камерами, и если, к примеру, вы превышаете скорость, установленную на данном участке, ваша машина фотографируется ее номер, составляется постановление и отправляется вам по почте на адрес вашей регистрации. Теперь же какие были то внесены дополнения, внесены изменения в эту статью 14 со значком 2. Указано вот что. Теперь достаточно сотруднику полиции, если он увидел правонарушение, ну, к примеру, там, нарушение это касается стоянки, нарушение парковки, он взял, зафиксировал это правонарушение с помощью даже того же самого своего мобильного телефона, сделал фото, либо видеозапись, и это является основанием для того, чтобы вас привлечь к административной ответственности. Присутствие лица для составления такого постановления, согласно новым изменениям, в принципе, не требуется. Кроме этого, был значительно увеличен размер штрафа за неоплату парковки. То есть, если, допустим, вы где-то запарковались, стоимость парковки, к примеру, 5 гривен в час, то данная сумма умножается на 20. Вот такие вот изменения были внесены, кроме этого. То есть, априори, сейчас, в принципе, сотруднику полиции, если он видит нарушение, к примеру, правил там, остановки, правил парковки, стоянки, то он может составить постановление на, в принципе, любого человека. И для этого ваше присутствие, повторюсь, не требуется. Кроме этого, в данном законопроекте наши депутаты не забыли и о владельцах евроблях. Что именно конкретно уготовили им? Так как все евробляхи зарегистрированы за пределами нашей родины, и определить адрес именно владельца данного автомобиля, естественно, очень сложно или невозможно, поэтому штрафы будут отсылаться, будут накладываться на наших граждан, именно тех людей конкретно, которые везли данный автомобиль на территорию Украины. Поэтому если вы, допустим, польскую, какую-то литовскую машину везли в Украину, и вы ее завезли на себя, то можете быть готовым к тому, что данный штраф могут вам прислать по почте. Я что хочу сказать, что от всех законов таких вот у меня создается какое впечатление, что наши депутаты Верховной Рады не настроены на то, чтобы принять какие-то законы, чтобы уменьшить разгул уличной преступности, посадить всех этих грабителей и всех остальных этих бандитов в тюрьму, а они настроены просто на одно, за счет, ну, нас, с вами, пополнять просто бюджет элементарно нашего государства за счет законопослушных граждан, которые даже если где-то что-то нарушают, то я думаю, это все происходит не по нашей с вами вине. Потому что каждый, в принципе, кто живет в той же Одессе, меня поймет, что в центре поставить машину, не нарушая какие-либо правила, практически нереально. Нас с вами, друзья мои, наши законотворцы, наши депутаты обкладывают, грубо говоря, со всех сторон. Извините за такое выражение. Вначале они хотят установить везде камеры наблюдения на скорость, которую будут ловить. Кроме этого, внесены вот такие вот изменения. О данных изменениях я особо не слышал, чтобы широко как-то распространялись в интернете. Честно сказать, пару каких-то там статей я находил. Особого резонанса это не повлекло. Поэтому я постарался рассказать о данных изменениях, чтобы вы все были готовы и знали о такой возможности у новой полиции оштрафовать нас с вами за правонарушение. Друзья, если данное видео понравилось вам, вы знаете, что делать. Пальцы вверх ставите. Подписывайся на канал, если не хочешь, чтобы я пришел к тебе.